Что-то я не вижу в зале наших коллег из Евросоюза, которые пачками записываются на заседания по Украине, организуемые нашими западными партнерами. Уже как минимум 10 лет продолжается методичная накачка киевского режима западным оружием. Раньше это делалось тайно под прикрытием Минских соглашений, и соответствующая активность Запада не афишировалась и даже отрицалась. Сейчас, правда, все это вылезло на поверхность и даже не скрывается. Так, благодаря громким журналистским расследованиям, мы узнали, что ЦРУ сразу после антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году развернула на Украине обширную сеть разведывательных центров, расположенных прямо на границе с Россией. После начала СВО вся эта как минимум провокационная деятельность в ущерб элементарной логике стала подаваться как благое дело. Действительно, что в этом плохого, много лет вооружать одно государство против соседа и потакать его откровенно враждебному курсу против него? Ведь это обычная тактика колонизаторов, десятилетиями стравливавших между собой соседние народы в Африке, Азии и Латинской Америке, вооружавшие их и наживавшихся на их войнах. Ничего нового в 21 веке они так и не изобрели, и сегодня их жертвой оказалась Украина, а объектом Россия. Именно в этом реальная подоплека украинского кризиса, перешедшего в горячую фазу в феврале 2022 года. Мы много раз объясняли, почему мы вынуждены были начать СВО, и кто хочет услышать, нас услышал. А кто не хочет, не услышит никогда. Однако сегодня даже западные коллеги все реже употребляют эпитет «неспровоцированные» применительно к нашим действиям в свете того, что мы узнали и увидели за эти два с лишним года о роли Запада в украинской трагедии. Подобные утверждения попросту не выдерживают никакой критики. Собственно, сегодня у коллективного Запада совершенно другие заботы, главные из которых – удерживать на плаву клику Зеленского, стремительно теряющего власть в стране и терпящую очевидные военные поражения. Имевшиеся в распоряжении украинского предводителя оружие, технику и боеприпасы он уже давно растратил, и хотя помогать ему и закрывать глаза на то, что он творит западным кураторам, становится все сложнее, их поток все еще сохраняется. При этом западным элитам все сложнее замалчивать информацию о зашкаливающей коррупции на Украине, отсутствии контроля и учета поставляемой техники и боеприпасов и, соответственно, серьезных рисках их попадания террористам. Всю эту нелицеприятную правду они пытаются перебить аргументами о том, что поставки оружия якобы помогают Украине отстоять независимость перед лицом российской агрессии. Так ли это? Чего на самом деле добивается сегодняшняя Украина, из которой Запад 10 лет делал антироссию? Мы все помним, как ровно два года назад, устроив бесчеловечную и насквозь лживую провокацию в Буче, она под давлением своих западных кураторов отвергла лучший для себя шанс на мир с момента того, как Зеленский растоптал Минские соглашения. Западные спонсоры киевского режима заверили его в том, что с помощью западной поддержки и оружия он сможет победить Россию. В этой иллюзии киевский главарь пребывал до недавнего времени. Однако даже он в последнее время сменил риторику, заявив, что Украина проиграет без западного оружия и более заметного вмешательства. Вслед за ним на Западе также переформулировали эти цели, свои цели. Теперь они звучат как «не дать России победить». Я говорю об этом так подробно, чтобы проиллюстрировать вывод многих экспертов о том, что именно поставки западного оружия не дают украинскому конфликту закончиться миром. Об этом же только что говорила наш докладчик Карен Квятковский. Если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их
Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности. То, что Германии пришлось расстаться с нацизмом, а Японии с милитаризмом, не привело к исчезновению этих государств. Так почему этого не может сделать Украина, перестав при этом дискриминировать русский язык и русскоговорящих и в четком соответствии с европейскими ценностями? Ответ на этот вопрос очень прост. Потому что такая Украина, которая дружила бы с Россией, не нужна Вашингтону, Лондону и Брюсселю, и не для того они в нее 10 лет вкладывались. В итоге же, проигрывая на поле боя, Украина сегодня превращается в откровенно террористическое государство, и на этом я хочу остановиться подробнее. О том, что ВСУ, благодаря поставкам артиллерийских снарядов и дальнобойных ракет западного производства, совершают атаки на гражданские объекты внутри России, мы уже говорили не раз. Только за первый квартал этого года ВСУ, в частности, выпустили 22 тысячи боеприпасов, от которых погиб 201 мирный житель. Но об этом не найти информации в западных СМИ и не услышать даже слова осуждения от наших западных коллег в этом зале. Достаточно вспомнить предновогодние целенаправленные обстрелы мирных районов Белгорода из чешских систем залпового огня, не вызвавшие никакой критики на Западе. Но Украине этого мало, и она давно уже перешла к тактике терактов. Подобным образом киевское руководство пытается отвлечь внимание своей общественности от катастрофического положения ВСУ на фронте, а также доказать свою способность навредить России и своим западным кураторам. У всех на слуху такие преступления киевского режима, как убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, подрыв Крымского моста, сбитие самолета со своими же военнопленными. Однако особое место в этом ряду занимает совершенный 22 марта чудовищный теракт в торговом центре Крокус Сити Холл в Красногорске. Хочу сегодня поделиться с вами предварительными итогами его расследования. Выделю главное. Уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление. И следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев. Напомню хронологию событий. 22 марта в Крокус-Сити Холле планировалось выступление российской музыкальной группы. Четверо террористов, вооруженных огнестрельным оружием, ворвались в здание прямо перед ним, перед этим выступлением, в 19:58, и по пути в концертный зал хладнокровно в упор расстреливали невинных людей, пришедших на мероприятие. Непосредственно в зале они подожгли сиденье и продолжили беспорядочную стрельбу. Уже через 13 минут, бросив часть оружия, они ушли. В результате нападения погибли на месте 137 человек, еще 7 скончались позднее от полученных травм, и более 500 пострадали. Все участвовавшие в теракте, сбежав, пытались добраться до границы с Украиной, но были оперативно задержаны в течение нескольких часов. Они признали свою вину на допросе и рассказали, что за совершение теракта им обещали выплатить по 1 000 000 рублей. На данный момент по уголовному делу установлено 11 лиц, причастных к совершению этого преступления. Сразу же вскрылись неопровержимые факты, свидетельствующие об украинском следе, о неоспоримой связи террористов с украинскими спецслужбами. В частности, по показаниям убийц, они должны были проследовать на участок государственной границы в Брянской области, после чего сжечь транспортные средства в лесистой местности и сообщить об этом своему куратору, который обеспечил бы им переход на украинскую территорию и доставку в Киев.
К слову, схожая схема отхода использовалась исполнителями убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Следствию также удалось получить доступ к данным с телефонов подозреваемых, содержавших изобличающие украинские спецслужбы информацию. В распоряжении следствия имеются также подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления. Более того, имеются данные, что киевский режим длительное время сотрудничает с исламистскими радикалами и использует их в своих целях. Известно также об осуществлении вербовочной работы украинским посольством в Душанбе, которое привлекает наемников, желающих вступить в интернациональный легион. Исполнители терактов Крокус Сити Холл и их пособники также в основном имеют таджикское происхождение. В связи с указанными фактами МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. Уважаемые коллеги, отдельного внимания во всей этой истории заслуживает то, что буквально через час после этой чудовищной трагедии в Вашингтоне и ряде других западных столиц начали яростно опровергать причастность к теракту Киева. Сделано это было еще до промежуточных итогов расследования и в момент, когда против Украины еще не было выдвинуто никаких обвинений. Сразу же после этого на Украине также в упреждающем порядке поспешили отвергнуть любые обвинения в причастности, а Зеленский и его присные и вовсе обвинил в произошедшем российские власти. Это не мы, говорят они всегда. Это не мы обстреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Не мы бомбим мирные кварталы российских городов. Это они сами, это Россия, это операция под фальшивым флагом. Большего кощунства, чем такие утверждения, представить себе невозможно. Затем началось совсем уже необъяснимое. Вашингтон и его ближайшие союзники, которые до сих пор у себя под носом не могут найти виновных в подрыве северных потоков в сентябре 2022 года, начали настойчиво и крайне нервно навязывать всем нарратив об организации теракта группировкой ИГИЛ. Вскоре появилось даже видео, в котором ее афганская ячейка Вилаят Хорасан берет на себя ответственность за произошедшее, что, естественно, было тут же растиражировано в западных СМИ как единственная версия. Нас до сих пор на полном серьезе, несмотря на бесспорные доказательства о причастности киевского режима, пытается убедить, что террористический акт был заказан не им, а совершен исключительно сторонниками радикально-исламской идеологии. Возможно, кому-то очень хочется заставить нас в это поверить, но мешает ряд существенных нестыковок. Во-первых, само по себе признание ИГИЛ своей причастности к содеянному об их реальной ответственности не говорит. Эта группировка и раньше пыталась присвоить себе чужие заслуги, по всей видимости, стремясь напомнить о себе как о влиятельном игроке. Так, в 2017 году она взяла на себя ответственность за взрыв камеры хранения в продуктовом магазине в Петербурге. Однако вскоре выяснилось, что подрыв устроил психически нездоровый человек, не связанный с исламистами. Во-вторых, налицо несоответствие почерка преступления. Радикальные исламисты совершают преступления не за деньги, а руководствуясь своими глубокими мировоззренческими убеждениями, какими бы бесчеловечными они ни были.
При этом они не пытаются спастись и, как правило, подрывают себя. Ведь награду за содеянную мученическую смерть вербовщики обещают им попадание в рай и вечное блаженство. В случае же с Крокус Сити Холлом мы видим, что преступники трусливо пытались сбежать и рассчитывали на новую жизнь за полученное вознаграждение. Не надо быть экспертами, чтобы понять, что к радикальным экстремистам они не относятся. Вдобавок ко всему, упомянутый видеоролик был явно снят любителями, не имеющими никакого представления об исламе и исламском этикете. Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГИЛ и любой ценой выгородить Киев, без оглядки на выводы следствия, остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта. Тем более, что посольство ряда западных стран незадолго до 22 марта публиковали информацию для своих граждан с рекомендациями не посещать места скопления народа в Москве, в частности, концертные залы. Вопросы возникают и с учетом информации о самом тесном сотрудничестве ЦРУ и британской разведки с СБУ, которым не раз хвастались руководители этой службы. Очень рассчитываем, что на все эти вопросы нам поступят ответы, снимающие наши озабоченности. В частности, Следственный комитет России выявил, что денежные средства для осуществления терактов на нашей территории поступали через коммерческие компании, в том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma Holdings, членом наблюдательного совета которой с 2014 года является небезызвестный Хантер Байден. Рассчитываем, что американские коллеги дадут нам все необходимые разъяснения на этот счет. Рассчитываем также, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в Крокус-Сити-Холле и привлечения их к ответственности, равно как и в вопросах наказания виновных в терактах против северных потоков, которые все наши коллеги, так же как и теракт в Крокус-Сити-Холле, недвусмысленно осудили. Госпожа председатель, киевский режим от своей террористической сущности отказываться явно не собирается. Так, буквально на днях была пресечена кощунственная попытка ввоза в Россию 27 самодельных взрывных устройств, закамуфлированных под православные иконы и церковную утварь. Общий вес найденный при досмотре автомобиля пограничной службы взрывчатки составил 70 килограмм гексогена. Этого достаточно, чтобы разрушить пятиэтажный дом. Страшно подумать, что бы могло произойти, если бы не высоко профессиональная работа ФСБ. О совершении Киевом актов террора в отношении России и наличие соответствующих планов открыто и неоднократно заявляли начальнику ГУР Украины Буданов и глава СБУ Малюк. Подводя итоги, хочу сказать нашим западным коллегам следующее. В своем русофобском угаре, потакая во всем своему детищу киевскому режиму, вы взрастили монстра. Его активность уже не ограничивается собственной Украиной, где кликой Зеленского, узурпировав власть и подавив инакомыслие, чинит беззаконие над собственными гражданами, открыто глумится над памятью жертв германского нацизма и героизирует его пособников. Его террористические щупальца уже открыто видны за пределами Украины. И если сегодня проблемы в этой связи возникают у России, то это не значит, что завтра они не доберутся куда-то еще. Ведь связь с реальностью украинский главарь уже потерял и адекватно ее оценить больше не способен. Не ровен час и ваш Франкенштейн может ополчиться и на вас бессильной злобе от неспособности переломить ситуацию на фронте и перед лицом неминуемого поражения. А оружие и всего остального вы ему для этого предоставили достаточно. Не говоря уже о том, что, разрушая сам, он тянет на дно вас и остатки вашей репутации. Вспомните пророческие слова польского президента
произнесенные в ООН в прошлом сентябре на входе сегмента высокого уровня с трибуны Генассамблеи. Чем раньше вы это осознаете, обуздаете своих украинских клиентов, тем лучше для вас. Счет идет уже не на месяцы, если не на неделю. Благодарю вас.